Привет, друзья! С вами Владислав Семенченко и мой канал об инвестициях. Об инвестициях в свободный рынок, об инвестициях в облигации, об инвестициях в акции, об инвестициях в недвижимость. Да? И вот пришла моя... Моника, good evening. I make my own blog, you know, here, that's why. Yeah, really, really, that's why. Сегодня середина ноября месяца, и мы делаем анализ нескольких фонды, которые в себе содержат облигации. Ребят, приходите, пожалуйста, на мои вебинары, приходите, пожалуйста, на мои интенсивы. Мы не просто глубоко, а мы вот самым глубочайшим образом, который позволяет четырехдневный интенсив, если мы говорим об интенсиве, четырехдневный интенсив по 4-5 часов каждый день, мы препарируем тему, начиная от общих вопросов, что такое инвестиции, как мы подходим, для кого подходят те или иные инвестиции. Мы ищем себя на карте вот того предполагаемого инвестиционного портфеля, исходя из своего возраста, из темпов заработка, из чувствительности к риску. Да? Мы определяем, как это выглядит, и потом этот портфель начинаем нагружать через информацию непосредственно о самих облигациях, через информацию непосредственно о своих акциях, то есть как они работают. Да? И потом переходим, уже когда понимаем, о чем говорим, непосредственно вот к фондам, которые в себе держат облигации, фонды, которые в себе держат акции. Сейчас мы говорим об эффективности той части портфеля, которая вот отвечает за облигационную составляющую. Да? Что это такое, как это работает, я, естественно, в рамках этого видео рассказать не могу. Приходите, мы это все детально рассмотрим. Бесплатные вебинары, да? Платные четырехдневные интенсивы. Итак, первый фонд, который мы сегодня рассматриваем, это фонд TLT. Да? Это фонд облигаций Соединенных Штатов Америки, это Treasuries. Да, это самые надежные, да, облигационные инвестиции в мире, которые обеспечены Министерством финансов и ФРС Соединенных Штатов Америки. И вот мы видим, да, у нас первый слайд, это эффективность TLT на 19 марта. Ребят, вы увидите, у нас есть там три столбика. Эти три столбика соответствуют покупке, цене покупки, допустим, 31 января я покупал, 20 февраля я покупал и 15 марта я покупал. А вот 19 марта мы сделаем текущий срез. Сколько же стоит на сегодня этот фонд? И мы получаем доходность по TLT минус 0,4%. Вот на 19 марта мы были в убытке, в условном убытке. Люди, которые торгуют на рынке, говорят, что мы имеем нейтральный показатель. 0,4 это не убыток, да? Но мы имеем минус 0,4. Следующий срез мы делаем на 30 мая. И, естественно, у нас уже есть кумулятивный результат за 5 месяцев. За январь, февраль, март, апрель и май. 14 мая я делал последнюю покупку, а 30 мая делаю срез. И мы имеем доходность по TLT 6,14. Вы видите, да? Того у нас результат за 5 месяцев 6,14. Это не годовых, это текущий результат на 30 мая. Дальше смотрим. TLT на 14 августа. Я покупаю 14 августа TLT. Вы видите, я стараюсь делать покупки равными частями в середину месяца. Поэтому я снимаю видео середины месяца. 14 августа я делаю покупку, а срезу по цене я делаю 28 августа. Скорее всего, делал это в преддвериях или вебинара, или интенсива. Вот на 28 августа мы имеем доходность 15,7. Это результат за 8 месяцев, 15% доходности. Не годовой, мы имеем текущую доходность, еще раз. Третий срез – это уже эффективность 10 месяцев. На 20, это вот текущая, да? На 20, сейчас прошу прощения, у меня садится батарейка, на 24 октября мы делаем срез по цене, а последнюю покупку мы делаем 15 октября. И мы имеем доходность 7,8. Вы видите, да, движется цена, понятное дело, и она безусловно коррелируется с ценой той покупки, которую мы делали. Да? И у нас получается доходность 7,8%. И последний, ноябрьский срез. Мы делаем покупку 12 ноября, и 12 ноября делаем срез по цене. И мы видим доходность 3,64. Вот эта доходность наша на 11 месяцев, это пока не годовая доходность, это доходность 3,64. Что я могу сказать? Это доходность по TLT. TLT, вы когда придете на мой интенсив или послушаете мой вебинар, вы увидите, что TLT жестко коррелируется
коррелирует с акциями. И я могу, именно поэтому мы формируем сегодня портфель. Именно поэтому мы покупаем. Мы выделяем часть своего портфеля под облигации и выделяем часть своего портфеля под акции. Почему? Потому что деньги перетекают из одного актива в другой актив. И мы можем предположить, что если сегодня падает доходности по акционной части, значит растут доходности по облигационной части, значит растут доходности по той части, которая отвечает за акции. И как она растет, вы можете увидеть в следующем видео, которое я буду снимать, сегодня же буду снимать по эффективности моего портфеля в части акций. Мы сейчас говорим про облигации, а будем говорить про акции. Окей, давайте рассмотрим следующий фонд. LQD – это фонд. Приходите на интенсив, приходите на вебинар. Мы детально рассмотрим эту информацию. Это такой фонд, который в себе держит облигации рейтинговых компаний. Мы будем говорить и о рейтингах, и о компаниях, и об облигациях компаний. Ну вот пока это назовем рейтинговые, сильные, крупные компании с высокой капитализацией, американские. Да? И вот мы опять имеем доходность за 3 месяца, январь-февраль, да, мы имеем доходность 0,22. Помните, TLT давал почти нулевую доходность, тут тоже нулевая, но больше в плюс. Дальше мы имеем эффективность за 5 месяцев на 30 мая. Точно такие же срезы, как мы делали в предыдущей, точно такие же срезы мы делаем и на сейчас. 14 мая делаем последнюю покупку, 13 мая делаем срез. Получаем доходность 2,65. Вы увидите это на своих слайдах. LQD делаем следующую покупку и эффективность за 8 месяцев. Август месяц 2019 года. 28 августа мы делаем ценовой срез, последняя покупка 14 августа. 7,67. Точно такая же, видите, доходность растет. И сейчас к концу, к октябрю, к ноябрю она будет немножко приседать, да? LQD. 24 октября мы делаем ценовой срез, 15 октября делаем покупку. Внизу вы увидите даты покупок. 24 октября вы увидите срез по цене. Доходность 5%. И ноябрь месяц. 12 ноября срез, 12 ноября покупка. Доходность 3,5%. Да, но есть один нюанс, о котором обязательно вам расскажу. Третий фонд. Немножко ускорюсь, у меня садится батарейка. Немножко ускорюсь, следите, вам уже должно быть по принципу понятно. Фонд, который в себе держит акции крупных компаний, но не такого высокого рейтинга, да, более рискованный. Мы сейчас увидим, что он себя ведет, как в себя ведет более рискованный фонд облигационный. Да? А вот почему его надо покупать, скажу вам в конце. Да? Почему я рассказываю, почему я предлагаю обязательно в портфеле иметь и такой фонд облигаций тоже. 19 марта. Срез за первые 3 месяца. Январь, февраль, март. Доходность 0,4. Такая же нулевая доходность, как и все эти облигации. Дальше. Срез за 5 месяцев. 14 мая мы делаем последнюю покупку. 30 мая делаем срез. Минус 0,22. Окей. Срез за 8 месяцев. 28 августа делаем срез. 14 августа покупка. Доходность 1%. Чуть больше 1%. Дальше. 24 октября. 15 октября покупка. 24 срез. Буквально 1,5% имеем итоговую доходность. Да? 11 месяцев, 12 ноября срез, 12 ноября покупка, имеем 0,8% доходности, то есть почти нулевую доходность. Вы спрашиваете, зачем я его покупаю? Зачем я держу в портфеле этот фонд? И вообще, зачем нужны облигации? Что они дают, кроме корреляции цены с акциями? Да? Когда акции падают, облигации растут. Деньги из акций идут в облигации. Да? Поэтому мы в портфеле обязательно, это так очень общее, более глубоко на примерах, на исторических примерах, да, за 3, за 5 лет, за прошлый кризис, мы будем рассматривать на нашем интенсиве. Облигации вам дополнительно дадут фиксированный доход в виде купона. Вы будете получать доход. И естественно, чем чуть более рискованный облигационный фонд, тем выше у него купонный доход. И вот этот последний фонд, который нам показал по итогу года, покажет плюс-минус нулевую доходность на цене, то есть динамика цены была приблизительно нулевая. То есть мы, условно говоря, купили его за $100 и продали за $100. Он нам обеспечит купон в размере 5%. И поэтому, если вдруг нас ждет кризис, который все ждут, и
акции обвалятся. И, допустим, по примеру прошлого кризиса 2008 года мы попадем в цикл 6-7-летний кризисный цикл, да, вот этот фонд за 6-7 лет нам даст фиксированную доходность в районе 5%. То есть 30% суммарно за 5-6 лет мы получим в виде купона. То есть облигации корпоративного уровня и облигации Соединенных Штатов, Treasuries, да, нам дадут корреляцию по цене, акции упадут, облигации вырастут. Как это работало, мы конкретно просматриваем и конкретно с этим работаем на интенсиве, как это в принципе работает, да, почему так происходит. Мы все это детально разбираем. И плюс мы получим еще получим купонный доход, который при математическом вычислении вы увидите, как сильно нам помогает переживать кризисные времена и выходить из них победителями. Вот так вот, ребят. Еще раз инвестируйте, еще раз не бойтесь, еще раз обязательно приходите на мой бесплатный вебинар. Я очень надеюсь, что дополнительно смогу вас заразить идеей прийти на мой интенсив и нырнуть как бы вот в вопрос инвестиций, вопрос обеспечения финансовой безопасности. Посмотрите, пожалуйста, обязательно посмотрите мое видео, которое я снимал перед этим, и которое, я надеюсь, ссылка тоже будет, о том, с какой цифры начинать инвестировать, и почему инвестировать сегодня может начать человек, который там не обязательно очень богато, инвестировать можно взять там со 100, 200, 300 долларов, да? Приходите, смотрите, включайтесь в это замечательное движение, задавайте вопросы. Ваши вопросы – это база для моих следующих видео. Итак, всем пока, спасибо большое за внимание. Сейчас обязательно сниму вам еще одно видео про фонды акций и как они отработали, как отработали те фонды акций, те акции, которые я покупал в свой портфель вот за эти 11 месяцев до середины ноября 2019 года. Пока, друзья, всем удачных инвестиций, до встречи.